Barcha barchaga salom, efirda men Baxtiyor To'raxonov va bugungi dasturimizda. Arqondan-da mustahkam sochlar. O'zbekistonlik sirk artistlari nufuzli mukofotga sazovor bo'lishdi. O'zbekistonlik havo gimnastlari esa Ispaniyadagi Oltin fil xalqaro festivalida g'alaba qozondi. 20 ta davlatdan kelgan 75 nafar sirk artistlari orasida Darina va Sanjar juftligi oliy mukofotga sazovor deb topildi. Добрый вечер. Здравствуйте. Табрикляемыз. Рахмат каттакон. Но это главная награда. Да. Золотой слоник. Он в Ташкенте, в Узбекистане. Впервые в истории узбекского цирка. Это история, потому что уже такого повторить это очень сложно будет. Ребята выложились на все 100%, даже на все 200%, чтобы показать и завоевать это дорогого стоит. Но не с одним слоником они сюда вернулись. Нет. Ну, мы очень так демитен, да, бонуса. У спецприз болады. Харбитта делегация. Махсус Саурен, а? Махсус Саурен, харбитта делегация. Халқаро делегациядан харбитта ёққан номерге, яъни чиқишга ўзини махсус соринини беради. Бизга буни Хитой делегациясы бизга сова қилиш тақдим этишди. Бунуси эса бу журналистларнинг номидан, критикларнинг номидан бизнинг номеримизни тузилиши, сахна кўринишини баҳолаган ҳолда, алоҳида бу слоникдан бир поғона пасту, лекин жуда қадрлануучи приз, мен учун энг катта приз шу бўлади, чунки E'tirof etilishi. E'tirof etilishi, ha, chunki bu jurnalistlar tomonidan berildi. Ожидали, что будет такой успех? Ну, понятное дело, что все надеются, за этим и едут. Мы ожидали, да. Мы считаем себя сильными. Мы просто приехали и забрали свое. Пришел, победил. Ну, да. Сколько готовились? Айнан, шу номер хлещен, бар и киль вахтам скетте. Ну, им пришлось в короткий срок исполнить еще два самых сложных трюка. Она себя держит в волосах, плюс его. Она висит на волосах. Держит двоих. Также он висит в зубах, держит двоих. Вы тоже работаете без страха? Да, никогда не используем страховку. Там невозможно использовать страховку. Страховка – это ваши руки, ваши зубы, ваши волосы. Как бы ни говорили, что страх преодолели, но наверняка чуть-чуть конечно, страшно. В любом случае страх будет. Страх за свою жизнь, конечно. Но когда ты выходишь в манеж, ты просто забываешь об этом. Наслаждаешься работой. Здесь важно взаимопонимание между партнерами. Конечно. Цирк сохасида 10 йилдага яқин фаолиятим олиб бораман. Циркка кирганимда акробат бўлиб ишлаганман, кейин отда чавондоз бўлиб ишлаганман ва 2 йилга яқин шу номерни тайёрлаганмиз. Qiladigan elementlar, truklar hali dunyoda kam odam qiladi, bor, lekin kam. Bir-ikkita truklarni esa o'zimiz o'ylab topganmiz va ular albatta juda qiyin. Eng qiyinchilik tomonlaridan bittasi bu ko'nikish, ya'ni og'riqqa ko'nikish. Chunki biz tishda osilamiz, sochda osilamiz,
нафақат өзімізден, яғни шерігімізден ішлейміз. Яғни бір өзім екі кішіні ішті ішлеймін. Сачты асылыз жарайаны бұл фақат сачыға ва бойынға түшеді. Бұл жүді қафли трюкладан біттар сапланады. Подвешиванием волос я начала заниматься 2 года назад. Многие думают, что у меня очень длинные волосы. На самом деле это не так. Мои волосы примерно вот такой длины. На самом деле для того, чтобы подвеситься за волосы, не обязательно иметь длинные и густые волосы. Достаточно знать секрет прически, много тренироваться и уметь принимать боль. Для того, чтобы сделать прическу, примерно уходит минимум 20 минут, иногда бывает и час, для того, чтобы просто сделать прическу. Репетиторлерге хар күні хар хал вақыт ажыратамыз. Ең кәмі 3-4 сағаттан башлап машғұлат алып барамыз. Сперва мы разогреваем тело, затем разогреваем волосы. Невозможно выйти сразу на манеж без разогрева скальпа. На разогрев скальпа уходит примерно от 30 до 40 минут. И мы не успокоимся, пока не возьмем свое. Это у нас уже, наверное, в крови. Пока ты не дойдешь до своей цели, ты не будешь успокаиваться. Когда мы начали подготовку номера, вообще пробовать данные элементы, казалось невозможным. Особенно висеть на волосах невероятно больно до сих пор. И на подготовку номера ушло примерно 2 года. В нашем номере есть пару элементов, которые выполняем только мы. Мы нигде их не видели, придумали сами. И на данный момент исполнителями являемся только мы. Фестивальдан кейін бізге Қытай ва Германиядан шартнама тәкліп қылышты ва қазірді бізге ай ахырда Қытайға кетамыз. Қызмат сафары білен гастроліге ұйырды өзі мақалатымыз көрштамыз. Ұйырдан келіп Германияға кетамыз. Ту съемок сами разговаривали. Ваш сын уже подрос. Новое поколение подрастает. Да, на пятки наступает. Никак отдернуть не могу. Ему уже 15. Будет уже 15. А начинал выступление, когда ему было? 7-6. Маленький еще был. Ну и тогда тоже рекорды ставил. А сейчас он к чему готовится? Тоже хочет догонять уже стариков для него. Я вообще старик стариком. Сіз юлингіздан бар шестагде болгенлер бар ма? Бар, мана бізе ютіп кегенден кейін өзім гем келіп бар мақчы болгенлер көп. Желающих очень много у нас, но вот при поддержке Министерства культуры мы сейчас будем...